Митинг-концерт в рамках краевого патриотического проекта «Приморье за наших» для военнослужащих прошел на Илинском полигоне в Ханкайском округе. Перед добровольцами и мобилизованными приморцами выступили лучшие творческие коллективы. Это совместный патриотический проект, организованный правительством Приморского края и командованием 5-й краснознаменной армии, который уже четвертый месяц уверенно шагает по воинским частям Приморского края. И сегодня мы здесь. Концерт проводится в поддержку наших мужчин, наших доблестных воинов, для которых честь и достоинство, верность нашей Родине – не пустые слова. Сегодня мы выражаем слова благодарности и признательности тем ребятам, которые здесь находятся. С напутственными словами к добровольцам-призывникам обратились ветераны, лично принимавшие участие в боевых операциях в горячих точках. Они подчеркнули важность предстоящей миссии военнослужащих по очищению нашей страны от нацизма, выразив уверенность, что приморцы выполнят свой воинский долг с честью и вернутся домой героями. Сегодня мы находимся в пункте временного размещения мобилизованных для специальной военной операции. По понятным причинам название этого места я называть не буду. Прошел, просмотрел все. Жилые модули, штабной модуль, все первой категории. Палатки для проживания личного состава, первой категории. В каждой палатке назначен дневальный, палатка чиста. Постельное белье, первой категории, новое. Как специалист в своем деле, трогал руками. Показали средства защиты. Каски и бронежилеты, системы «Ратник», новые, первой категории. Прошел, посмотрел полевую столовую. Прекрасно оборудовано. На память военнослужащим подарили открытки акции «Мое Приморье, мой герой», которую запустило Министерство культуры и архивного дела в поддержку участников специальной военной операции. На открытках обычные жители Приморского края написали слова поддержки и благодарности защитникам. Анна Дьякова, новости на 8.